Саша, и сегодня мы делаем два опыта. На соцветы я правда и искусственный снег. Начнем сегодня с искусственного снега. Давай. Тут у нас вау, шарики. А я обожаю. Я обожаю копать. Простите, ребят. Тут какие-то формы, что ли. Встаем. Итак, тут у нас горячий лед, фараоновая змея огненная и также разноцветная пальма. Кстати, мы его сегодня тоже будем снимать. Тут вы можете увидеть, какой состав. Вот такая вот инструкция, можем почитать. Открываем этот пакет. Там вот флашок, который нужно будет добавить в воду, и также украшение. На снеговика. Открываем. Вот порошок, главное его не рассыпить. Также украшения вот такие вот. И с пуговками. Открываем еще больше, потому что там очень важная часть. Главное аккуратненько. Давайте получилось неаккуратненько. Так, предметы достаем. Я еще снеговика забыла вытащить, ребятки. Вот основание нашего снеговика. Вот это порошок. Потом мы добавим водички. Вон там у нас баночка стоит. И также краски, шарфик и бусинки, которые мы приклеим потом на снеговика. Еще половину туда идет и половину туда снега. А потом мы это все смешаем. Аккуратненько. Еще чуть-чуть. Еще будем краситься. Всем спам туда. Вот так. Добавляем воду сюда и сюда. Тут воды я проверила полушка меньше, вот тут больше. Добавляем потихонечку. Он становится таким. Прикольно, но больше становится его. Как-то потом нужно размешать. Потихоньку. Вот мы вылили. Смотрите, это превращается в лед. Вода уже не разбухивается. Лед превращается, ребята. Но мы продолжаем делать еще. Ребята, это снег. Вот эта вода превратилась в снег. Ребята, снег. Я думала, здорово, снега. Снег, какой ты холодный. Ох, снежок, ты мой. Как слайм похоже сейчас. На слайм сейчас похоже. Так, очень прикольно. Я смогу катать шар. Или не смогу пока, но пусть она развалится немножко. Вот так. Дырочки залепить, даже дымки можно этим снегом. Ребята, мне так нравится. Ребята, снег. О, я так ждала. И теперь приступаем к следующему. Наливаем потихонечку водички. Ну вот, мы налили и сюда воды. Так, тоже трогаем. Тоже снег, ребят. Ой, он липкий какой-то. Точно туда руки. Прикольно, ребят. Этот снег такой не холодный, он теплый очень. И он похож на клей, на рукав остается. Вот, ну, зато очень прикольный по ощупу. Советую купить. Очень прикольно. Так, ну давайте смешаем снег, а? Начинаем. Идем. Так, немножко снег упал. Вот какой снег какой. Снег еще остался. Давайте соберем вот весь оттуда. Вот, смотрите, как много снега. Ребята, можно спить такой вот шар, смотрите.
Такой вот первый у меня шар получился. И делаем второй. Вот так вот. И делаем маленький шарик. Открываем украшения. Вводим что-то. Вот и тянем. Тут у нас есть шарфик. Итак, вот такой у нас снеговичок получился. Сейчас мы его разберем и будем еще что-нибудь с ним делать. У него можно раскрашивать детали, перчатки, также шляпу и носик. В комплекте у него идет замечательный шарфик, пуговки и также глаза. Да. Можно забрать этого снеговика во что-то новое, то есть снег. Убираем шляпку. Так, ручки аккуратненько. Будет у нас без ничего снеговик. Глазки вываливаем. Шарфик тоже снимаем. Буковки тоже вывариваем. И кто готов? Раз, два, три. Ой, я забыла, что здесь есть еще. Давайте попробуем делать снеговика из этого снега и начнем. Сначала нужно скатать огромный шар. Он у нас точно будет огромный, потому что снега еще прибавилось. Еще немножко. Вот такой вот огромный шар. Смотрите, вы когда вот такой шар делали? Вы когда-нибудь видели снег осенью? Я никогда не видела, но сейчас увидела. Так, теперь катаем маленький шарик. Ну как сказать, катаем? Не катаем, лепим. И ставим. Кстати, скоро будет зима. И сейчас мы будем делать шарфик ему и остальные украшения. Шарфик. Какой-то слишком большой для нашего снеговика. Ребят, я делаю снеговика и так поворачиваю. Вот такой снеговичок. Смешной такой. Такой как-то был удивлением. Этот ингредиент можно использовать для слаймов. Он очень похож. Вот этот ингредиент на слайм. Вот это очень похоже на слайм. Это очень увлекательно, очень прикольно, классно. Также можно сделать настоящего снеговика осенью, летом, какое время вы захотите. А мы переходим к следующему опыту. Ну что ж, приступаем к следующему опыту, разноцветное пламя. Тут у нас нарисовано само разноцветное пламя. Тут у нас огненная надпись, также полинеровые черенки и снеговик, которого мы сейчас сделали. Это у нас состав. Тут у нас тоже пузырики. Тут вы видите инструкцию. Тут у нас 4 этапа, чтобы получить разноцветное пламя. Сейчас мы посмотрим, что у нас находится в этом наборе. И достаем, чем будем мешать. Также это сыпки какие-то и формочки сами. Первый этап. Поставьте 5 чашечек на негорючую поверхность. Итак, второй этап. Это у нас в каждую чашечку вот это вот высыпать. Но одна у нас останется пустой. Третий этап. Каждую чашечку налейте по миллилитру жидкости. Раз, два, три. Ночь наступила. Пришел час подождать. Свечи разноцветные. Синее пламя. Оранжевое пламя. Ребята, обжигаем следующее. Тут у нас... какое пламя? Это зеленое пламя. Зеленое пламя, ребята. Синее пламя. Это было голубое пламя.
Так, это, наверное, красное пламя. У профессионала это было красное пламя. У ребенка, ой, цвета смешиваются. Прикольно, ребята. Вот такая. Не могу представить. Ну, горячо сейчас, ребята, как будто бы в банке. Ну, давай, качайся. Так, тут у нас красный. Тут одна баночка кончилась. Красный у нас, смотрите, как работает. Красный, вообще много красного огня. Зеленого тоже мало немножко так. Синего побольше, побольше синего. Красного вообще много. Красный никак не может кончиться. Ой, ребят, мне так нравится. Класс! Ребята, все. Вы были на канале Крошка Маша. Сегодня мы делали два опыта. Цветное пламя и также искусственный снег. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!